Всем привет, дорогие друзья! С вами Шибит, и мы играем в игру под названием Steamperium. Сразу хочу сказать, что видео снимается для канала Игры ВКонтакте. Погнали! Я уже немножко поиграл, меня здесь обучили тому, как тут надо воевать. Так, увы, баллиста не может работать без энергии. Вот знаете, что мне не понравилось в этой игре? В общем-то, Steamperium — это смесь средневековых стратегий, где показывают историю средневековья, средневековые времена и будущее. И их вместе соединили вот так, оп, и получилось это. То есть, посмотрите, вроде бы будущее, да, но все почему-то сделано из обычного какого-то там железа и дерева, понимаете? Железо и дерево. Да у них даже костюмы из дерева сделаны. Боже, у нас сейчас костюмы и то лучше. Это меня, конечно, чем-то даже взбесило. Но это как бы... Это неправильно. Так. Окей, переносим баллисту. Меня еще вот тоже бесит. Баллиста, она не будет... работать без энергии. Так, отлично, мы успели. На нас нападает какой-то чудик. Ха-ха-ха! Этот глупец думает, что сможет помешать мне. Не, давайте с таким более, как у злодея, голосом. Хо-хо-хо! Этот глупец думает, что сможет помешать мне. Дальше. Войлов, разделайся с ним. Да, мой император. Бой! Досадно! Боже, эти выкрикивания зачем? Больше воинов! Да замолчи ты уже, наверное, орут все. Ого, нифига себе, сколько солдатов. Ого, все, хана моей базе просто. Нет, давайте огненные вот эти вот. На, блин, не хватает. Этого недостаточно, нужны еще магические рубины. Давайте их купим. На, падла. Ты еще пожалеешь об этом, ничтожество, я вернусь. Ха-ха-ха-ха! И кто здесь крутой? Я здесь крутой! Кто здесь крутой? Я здесь крутой! Да. Получилось. Но нельзя терять ни минуты. Нужна армия. Армия! Ладно. Давайте купим армию. Уи-уи. Вот так вот, отлично. Теперь у нас есть армия. Нужно добыть ресурсы для расширения базы. Здесь недалеко есть имперский ресурсный лагерь. Нападем на него. Давайте пройти миссию. Начнем. Ой. Вы легко справимся сами. Вода. Нет, я не хочу играть в полноэкранном режиме. А, сейчас, подождите. Все, теперь меня не просят. Ладно, давайте выберем солдата, нажмем сюда. И тянем вот сюда. В атаку, пацаны! Уже одного убили. Кислотная пушка слишком сильная. Ты же говоришь, что ты сам справишься. Мы уничтожим электростанции. Электростанции, извините, что ошибочку сделал. Что ж, оценка у игры в принципе 10/10, вполне классная игра. Так, давайте отправим салат. Еще раз напоминаю, 10/10. Уи, атакуйте, мои солдаты. Тянем их вот сюда. Бумбыч. Все нападают. Война. Что ж, дорогие друзья, к сожалению, я должен прощаться. С вами был Вышибит. Подписывайтесь на канал Игры ВКонтакте. Всем пока.